Привет всем на канале Дивкладоискатель. Мы сегодня втроем. Алексей, Наташа и я. Так, едем на место, которое первый раз в этом сезоне едем. Даже не знаю, спахали там. Ну посмотрим, короче. Тут еще дождичок обещают, зараза, не дай бог. Прокатаемся. Ну, ничего. Ждем включения в локации. Ну, можно сказать, сначала нам повезло. Приехали мы сюда, даже не знали, что тут у нас. Я уже забыл, тут под солнышко или что. Да. Нет, здесь у нас давно уже вспахали, но еще не боронили. Походим. Ждем находок. 11. Это у нас 15 копеек походу. Щитовик 15 копеек. Так, сейчас почистим, покажем поближе. Есть первая монетка. Итак, начало есть. 15 копеек щитовичок. Год не вижу, ну, наверное, вы видите. Сохранчик неплохой будет после того, как почистится. Так, отлично. Минут 5-7 ходили до первой монеты. Еще одна монетка у нас. 10 копеек рамочник. По рамочникам пошли. Чпок. 10 копеек рамочник, но это походу убитенькая будет монетка, к сожалению. Вот Громчик тут ходил рядом, железяки собрал, а я монетку нашел. У нас еще один сигнальчик и такой чётенький был, мимо него не пройдешь. Походу опять 20 копеек щитовик, судя по всему. Да, ну полный ассортимент, 10, 15, 20 копеек щитовики. Чпок. Чуть-чуть сейчас почистим, поближе посмотрим. Итак, у нас третья монетка, 20 копеек щитовик, по-моему, 933 что ли год. Ну так ничего, сохранчик. Норм. Шестнадцать монетка у нас. 2 копейки. Алюминиевая бронза. Но алюминиевая бронза здесь всегда была отвратительного сохрана. Тут даже и показывать нечего. По-моему. Или нет? Чуть такое. Непонятно. Да вроде 2 копейки что. Сейчас почистим слегка, посмотрим, что это такое. Не. Вот это вот явно как алик. Но судя по сигналу, это 2 копейки алюминиевой бронзы. Неизвестно, после чистки что от нее останется. Очередной у нас монитос. Снова копейка. Перед этим не стал снимать. Еще одна копейка алюминиевой бронзы. Чпок. Так, у нас любопытная находка. 19-20, маленькая. Мы сейчас с Лехой углядели, что это, скорее всего, советская полкопейки медная. Там 25-27 год. Ну, как алик. Жаль. Чпок. Ура! У нас Алексей разговелся. Наконец-то. Сначала ручку от кошелька нашел. Угу. Теперь деньги пошли. Вот, видишь, это деньги с этого кошелька.
10 копеек, четырячок. Год не видел? От как? Старого такого. О, кстати, да. Такое впечатление, что не посеребрённый или? Да вряд ли. Она вот должна сейчас рассоединяться, да? По идее. Да. А что, вот, как посеребрён. Хотя, если более современные, скорее всего, никелированные. Нормальненько. Только мы собрались с этого поля уезжать, находки пошли. Так, покопали мы здесь. Черметика вот, килограмм 10-15 насобирали. И в общей сложности монет 10, наверное. Мы отсюда выгребли. Сейчас поедем на другое поле. Попробуем там. Да. Если что, вернемся. Звучало 30, я думаю, что там такое? Опаньки! Первая моя за 7 лет пряжка с орлом. Ёпарный театр. Да. Да. Без, к сожалению. Офигеть. Народ, ёпарный театр. Первая моя пряга. Па-па-па-пам. Сколько мы здесь ходили, мимо такого сигнала пройти, это вообще... Тенс-тенс. Ура! Сейчас поближе пока. Опаньки. Пряга с ореликом. И все целое. Все зацепы, все целые. Первая моя. Первая пряга. Дай бог не последняя. Целенькая. Красота. Так, что-то это поле нам не очень-то. Кроме пряжки, три какалика еще. И у нас вот тут местные комрады ходят. У них металлоискатель типа пирата. Чермет собирают. Так, наверное, сейчас поедем назад на то поле, на котором мы были. Собирают зерновые. Мы вернулись на это поле. Там что-то я не ожидал, если честно. Вот они, светлые пятна. Фундамент. Распаханный. Ну, основную часть находок мы нашли там. Ну, туда мы не зря съездили тоже. Пряжечку я нашел. Один какалик, Илёша, один какалик. То есть два. Походим еще чуть-чуть, потому что надо ехать уже. Наконец-то у нас первая империя. Одна копеечка. Сильно убита. Да, жалко. Не, она должна почиститься. На выкислах. Что-то там четвертого года. Какого четвертого? 904. А мы сейчас покажем поближе, народ увидит. Так, у нас первая империя. Там не видно какой год, на камеру, наверное, видно. 904 или какой, 14. Ну так, какалик. К сожалению, на этих полях какалики. Дождь пошел. Сейчас будем собираться, наверное. Пора бы. А что Алексей нашел? Как копье. Трех. Сигнал хороший. Лепестковый. Может. Ну, не похоже, что это старинное что-то. Ну, я имею в виду такой, лет 500-600. Интересно, отпишитесь, кто, у кого есть какие-то предположения, что это за инструмент был. Как вариант колоть лед. Что еще Алексей нашел? Это вот кто не знает, это вот такая штука была. Хотел сказать для сена, а зачем тогда здесь отверстие? Слушай, а это не острога случайно? Зачем отверстие-то?
Ну, раньше примерно такие же были, вот сток сена, вот так вот туда раз и клочок сена оттуда вытаскиваешь. Но зачем тогда есть кругляшок? Кто знает, народ? Так. Итак, народ, на сегодня все. Да? Что вы там? Значит, что мы накопали? Ну, неплохо так. Пряжечка, смотрите, какая классная. Так, раз, два, три, семь, десять, двенадцать, пять. О, 15 монет, я прям как угадал. Ну, почему-то все как алики практически. Ну, вот щитовики, может, еще и почиститься. А остальное... Неважно. Три колечка, два колечка из монет. Одно вот заводское. Пряжечку тоже вот. Так что вот так как-то, народ. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Ставим лайки. Пока-пока.